Дожди в посевную, сбитый период вегетации, дожди в уборочную. К концу сентября в Алтайском крае убрали чуть больше половины урожая. Сельхозпроизводители боятся, что очередной сезон дождей испортит то, что остается в полях, и ждут помощи. В Краевом союзе крестьянско-фермерских хозяйств уверены, введение режима ЧС – дело нескольких дней. В таком случае аграрии смогут рассчитывать, к примеру, на пролонгацию кредитов. Правда, реально финансовой помощи не подразумевается. Возместить какую-то часть убытков смогут лишь 100 сельхозпроизводителей края. В этом году впервые введена такая норма получения субсидий различного характера для сельхозпредприятий. Обязательно было страхование от ЧС. Те, которые застраховались, а таковых у нас чуть более 100 человек, те, конечно, получат еще и возмещение за счет страховой компании. В случае принятия решения о введении ЧС, это будет уже основанием для выезда в поле и оценки ущерба и принятия решения о компенсации. По словам экспертов, пострадали в нынешнем сезоне аграрии самых разных районов. Это видно по самому урожаю. Впервые в Центре оценки качества зерна края проводят бесплатно мониторинг качества всей пшеницы. Если качество озимой в среднем по региону за 3 года выросло вдвое, качество яровой этого года уже огорчает. С каждым днем качество у нас падает и падает ввиду того, что, к сожалению, есть партии пшеницы, которые с проросшим зерном. Дожди неблаготворно повлияли на яровые сорта, и на сегодняшний день у нас статистика такова, что 62% нашей озимой и яровой пшеницы все вместе – это всего лишь третий класс, то есть 62%. В прошлом году на эту дату было 75%. Из других культур уже показал себя лучше прошлого года горох. Его успешно экспортируют в Китай. Вообще вопрос быта сегодня звучит так же громко, как и завершение уборки. Из-за закрытого Казахстана наше сырье или продукт переработки уходит в поднебесную Монголию, Беларусь. Но этого мало. Основная часть урожая будет невостребованной, уверены эксперты. Хотя к сбору каких-то культур только приступают. Гречиху в основном в нашем хозяйстве мы убираем так называемым раздельным комбайнированием. Это когда сначала масса зерна валится в волок, в нем просыхает, и только потом с волока молотится. Это требует положительных температур и времени хорошей погоды, которая, к сожалению, там, по прогнозам у нас уже через несколько дней там опять начинается там по две капельки. Собранный поздно и не самого лучшего качества урожай ляжет в хранилище, так как в крае недостаточно элеваторов, почти в каждом районе появились построенные фермерами места складирования. Там они будут ждать хорошую цену, ведь сейчас тонна пшеницы 3-5 класса стоит 8-12 тысяч рублей. Алтайские аграрии, которых уже несколько лет испытывает природа, ждут комплексной поддержки от государства. А государство ждет от фермеров увеличения объемов производства сельхозпродукции. Но тогда встает резонный вопрос, где хранить этот урожай и куда его сбывать. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.